13 июля в культурном зале Витебска прошел первый конкурсный день, на котором участники выступали с местными на языке своей страны. Участница из Нарвы достойно представила Эстонию. Конкурсанты выступили с яркими и сильными номерами. Накал эмоций достиг пика, и только завтра мы узнаем, кто же станет победителем. А сейчас мы передаем слово Виктории. Что ты испытывала в то время, как ты выступала на этой большой сцене? Мне очень понравилось. Я никогда в жизни не пела на такой огромной сцене. Здесь очень хорошая аппаратура, очень хороший звук. Так что здесь очень красиво, и мне очень понравилась подтанцовка. Виктория, какой у тебя настрой на завтра? У меня боевой настрой, и я иду петь с радостью.